и еще один отель «Отиум» мы сейчас посетим с вами в Кириш. Это рядом с Кемиром, соседняя, скажем, деревушка. Секер Резортс Хотель «Отиум». Так что сейчас мы посмотрим территорию, посмотрим номера также. Он также находится не близко к морю, море находится вон там, но в целом в шаговой доступности. Кстати, по предыдущему отелю «Отиум», как я говорил, там ходит шаттл до пляжа, до своей части есть свои шезлонги. И здесь, в общем-то, та же самая история. Как вы видите, тоже компактная территория, но тем не менее есть размещение, есть бунгало, есть ресторан, есть бассейн, турецкая баня, сауна, дискотека, фитнес-центр, мини-детский клуб и даже амфитеатр, где проводить какие-то, можно, мероприятия. В целом, зеленая территория, как вы видите, да, очень такая интересная. Я не знаю, я в этих отелях, честно, первый раз, «Отиум» я слышал не раз, но сам лично я посещаю их первый раз. Я скажу так, это тот формат, вот я уже такой формат встречал, когда это компактно, уютно, экономично, но неплохо. Это даже хорошо, то есть хорошие варианты, компактненькие. Море здесь 330 метров, если быть точнее. Раньше ходил шаттл, но так как там на светофоре он стоит дольше, смысла нету. Здесь буквально пройти немножко, 5 минут, и вы на пляже. Вот. Еще давайте пройдем сейчас по территории, нам покажут номера. Но еще раз говорю, вот «Отиум», очень часто под управлением «Отиума», да, рекомендуют многие туристы, поэтому считаю хорошее размещение. И отправляемся поглядеть номера. Отель этот, конечно же, новый. Открывается совсем уже скоро, тоже в апреле, пока еще не открыт. Так что все чистенькое, новенькое. Да, собакет. Проходимся по ресепшену. Тоже классные сейчас запахи стоят, диванчики, все новое. Ресепшн, все как нужно. Здесь еще идет завершающая стадия. Ну, в целом, уже можно понять, да? Ну, реально новые, чистые, классные номера. Видите, еще кондиционеры даже в пленочке. Еще даже все не разобрано. Специально показываю вам, что как есть идеально чистые новые матрасы. Матрасы, как правильно, да, сказать? Покрывало, телевизор, балкончик. Сейчас, конечно, зайду в номер, где уже все сделано. Здесь балкончик такой небольшой, можно все посушить. Выходим на территорию, на дорогу. Ну, реально хорошее, все хорошее, чистое. Новое самое главное. Самое главное новое. Многие как раз переживают за потертость, пошарпанность. Это, конечно, не то. Пойдемте уже в приготовленный для нас номер, который готовый. Мы можем показать его полноценно. Вот еще один на бегу. Еще один номер. Еще раз все подчеркиваю. Все новое, чистое. Матрасы, все. Вот смотрите, все новенькое. Небольшие номера, но я считаю, сделаны такие, скажем, стильно, стильно. Я не знаю, как передает камера, но тем не менее, мне как бы здесь приятно находиться. Все, что нужно есть, да, немного, но бывают вот прям ужасные, да, а здесь все отлично. Ну, прям со стеленными кроватями мы, конечно, все не посмотрим, они буквально открываются, наверное, в конце месяца. Но это, кстати, семейный номер, смотрите, здесь две отдельные кровати, также душ и двуспальная кровать. Не king size, но тем не менее, двуспальная кровать. Это вполне такой компактный семейный номер с балкончиком и видом на сад, скажем так, и на горы. Да, вполне, вполне уютно. Еще раз отмечу, что все новое, все новое. И этот отель в этом сезоне будет один из новых. Так что очень, очень даже рекомендую. Все просто, но очень красиво и стильно. Вот так, еще рядом покажу номер стандартный. Здесь тоже, кстати, балкон есть, хоть это семейный номер. И вот еще один стандартный номер. Ну, мы, в принципе, сейчас такие же номера с вами заходили. Все то же самое, рядышком открыто. Так что подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте свои комментарии, лайки. Поехали дальше смотреть. Ну, вот, как и говорил, несмотря на компактную территорию, как вы видите, все равно здесь все есть. Здесь, кстати, очень тихо. Кириш-то немножко рядышком, как говорил, рядом с Кемером. Но здесь тихо, уютно, птички поют, опять же. Всеми любимый вид на горы. Вот такой огромный бассейн. Здесь, конечно, будут еще шезлонги установлены, бар и так далее. Когда это все заработает, ресторан, как вы видите, да, то есть, конечно, здесь будет более, скажем, празднично, совсем такой отдыхательный будет формат. И смотрите, вот уже пару горочек стоит для детей, спокойно можно будет купаться. Здесь более детская зона, и там еще есть детский бассейн, неглубокий. Ну, осталось буквально, я говорю, месяц до открытия, еще это все подготовится. Наверное, сейчас не совсем презентабельно, но я думаю, вы уже понимаете, как
смотреть, то есть насколько территория, насколько новая, да, насколько все подходит, потому что это, в принципе, сразу в глаза бросается. Все остальное это будут улучшения, которые будут только радовать. Ну вот здесь еще, смотрите, корпуса, все это их. Мы сейчас вон заходили в самый дальний, там новый корпус. Вот здесь корпуса, вот эти корпуса серые. Сейчас зайду еще в серый корпус, покажу вам номер. Ну, в общем-то, и все, да, все компактно, но уютно. Ну и при этом обратите внимание, что цена достаточно доступная. Кстати, все цены вы можете посмотреть ниже по ссылке под этим видео. Там можете найти цены без комиссии туристического агентства со всеми сборами. Так что обязательно переходите ниже, смотрите цены, оставляйте заявки и оформляйте туры Георгиев Travel. Вот мы уже с вами оказались вот в этих корпусах сверх, которые я только что вам показывал, с такими зелеными кипарисами. И давайте зайдем, посмотрим пару номеров. Ну, это эконом, такой формат, но тоже все уютно, компактно, но уютно. Также балкончик есть и второй номер. Здесь сразу бассейн и второй номер. Здесь одна кровать двухспальная. Смотрите, даже подсветочка, говорю, все мило, ново. Не знаю, думаю, вы уже это поняли, уже 10 раз я повторил. Когда все новое, уже приятно. Пусть это даже будет без какого-то масштаба, размаха, но тем не менее. Вот такая душевая. И вот представьте, что вы умылись, проснулись и выходите вот с таким видом. Здесь у вас бассейн журчит, горки, ресторанчик. Вы пошли на завтрак. На улице тепло. Кайф. Отдыхать всегда классно, да, друзья? Ресторан будет, точнее, уже есть. Давайте зайдем, посмотрим. Достаточно большое помещение. Эй, слышите, да? Большое помещение. Вот она, зона раздачи. Зона, соответственно, приема пищи. Здесь пока все в стороночку убрали, да, но потом все расставят. Согласно всех мер. Вот уже дезинфекторы, смотрю, понаставили. То есть, ну, в общем, все готово. Говорю, буквально сделать несколько действий для того, чтобы все заработало. Здесь все в таком же стиле. Вот посмотрите. Синий, белый, так что очень-очень даже. Я решил подняться все-таки на горки, показать вам вот такую горку. Будет прикольно нырять отсюда. И еще вот такая одна горка, которая будет зигзагом вас сводить вон в тот бассейн. Ну вот еще разок давайте посмотрим сверху территорию. Да, вот на зону ресторанов, бассейнов и отдыха. Соответственно, вот он амфитеатр, где могут проходить всевозможные выступления и мероприятия. Дальше у нас корпуса. Небольшая кардиозона. Волейбол можно поиграть, газончики. И здесь ничего, скажем, здесь вот растут какие-то деревья плодовые, видимо, по всему. В общем, природа и запах здесь стоит. Сейчас все цветет. Запах, в общем, цветущих растений очень-очень даже приятный. Вот такой вот отельчик, друзья. Ну, смотрите, на территории растут такие лимончики. И ягода растет, как вы видели. Можно сорвать и попробовать. Легко. А что еще примечательно у этого отеля, как раз вот это его корпус, тоже один из корпусов. Здесь имеются вот такие магазинчики, можно пойти, зайти. Спасибо, спасибо, супермаркет, аптека, здесь все есть. И вот здесь вот как раз сразу от него мы выходим, переходим дорогу и выходим на море. Вот прям сейчас вместе с вами мы оттуда зайдем и за ним посмотрим с вами пляж. Вот, собственно, и все. Вот мы дорогу перешли, и вот прямо там уже виднеется море. Неплохой, кстати, райончик. Я здесь ни разу тоже не был. А вот отель Литра. Гигантский какой-то. Честно, не был тоже в нем. Я говорю, здесь побывать в Турции во всех отелях, это просто как бы надо очень много времени. И все равно не посетишь. Не, ну слушайте, реально близко и не имеет никакого смысла здесь ехать на трансфере. Ну, для особо, скажем, ленивых, но смысла нет. Очень близко и быстрее дойти, чем действительно, он говорит, раньше был автомобиль, который ездил и на светофоре долго стоял, и пешком было гораздо быстрее дойти. Ну вот мы с вами уже вышли тоже на пляж. Здесь, как понимаю, тоже песок будут разравнивать. Здесь есть камни. Галька крупная, практически так же, как в Кемере. Но я так понимаю, ее будут засыпать, чтобы была такая песок с мелкой галькой. Большое побережье, вот большая береговая линия реально. Я понимаю, что здесь будут установлены шезлонги. Но песком здесь не засыпет, я думаю, все 100%, намного, да. Ну вот вход здесь, как видите, сейчас посмотрим. Мелкий песочек, точнее мелкая-мелкая галечка. Вот видите, да? Не такая крупная, поэтому вход достаточно комфортный будет. Здесь, конечно, поставят шезлонги, все остальное. Это как раз вот у нас Кемера вон там.
находится буквально вот за той горой, как раз находится Кемер. И здесь у нас Кириш, Фазелис дальше, Пикирова туда будет идти в ту сторону. В общем, туда запад у нас, туда у нас восток. Здесь есть отели, конечно же, и на первой линии. Мы посмотрели только один. То есть у нас есть какая-то программа определенная, поэтому мы смотрим. Но тем не менее, картинка все равно получается. Понимаем, что мест много, что-то можно так посмотреть, что-то я уже знаю, да, и в том числе могу вам предложить. Поэтому не забывайте все-таки переходить по ссылочке под видео, там посмотреть все цены мои на все туры, в том числе, конечно же, на Турцию, раз мы сейчас с вами в Турцию. Цены там все установлены от всех туроператоров без комиссии турагентства, и в том числе со всеми сборами, с трансферами, с топливными сборами, цены все конечны. Поэтому прямо сейчас туда переходите, смотрите цены, отправляйте заявки и не забывайте подписываться на канал. We'll be right back.